Привет всем, меня зовут Аркадий, и сегодня мы продолжаем наши домашние тренировки для мужчин. И в этом мне поможет сегодня Никита. Перед каждой тренировкой обязательно необходимо сделать разминку, и сегодня нам ребята Сабрина и Никита покажут, как это делать. Всегда мы начинаем сначала с суставной разминки, идем сверху вниз, начинаем с плечевых суставов. Делаем 8 круговых движений вперед и 8 круговых движений назад, прямо как на физкультуре в школе. Стараемся делать плавно, не торопясь. Это же все-таки разминка. Хорошо. Затем мы делаем локтевой сустав. Также круговые движения в локтевом суставе. Поехали. 8 повторений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Дальше идет у нас тазобедренный сустав. Разминаем тазобедренный сустав по всей возможной амплитуде движения. Вращаем бедро наружу. Поехали. Тазобедренный сустав. Мы вращаем тазобедренный сустав максимально. И также внутрь. Стараемся максимально раскрывать бедро, максимально широко, насколько это возможно. И второй ногой то же самое. Хорошо. Дальше идет у нас коленный сустав. Мы разминаем коленный сустав, вращаем сначала в обе стороны наружу, потом внутрь, и потом две стороны внутрь и две стороны внутрь. Так выполняем по 4 круговых движения в каждую сторону. Замечательно. Конечно же, мы не должны оставить без внимания голеностоп. Обязательно разминаем голеностоп. Он должен быть у нас подвижным, поэтому разминаем по всей возможной амплитуде движения. Также растягиваем его круговым движением максимально. И потом второй ногой то же самое. В обе стороны, как наружу, так и внутрь. Замечательно. После того, как мы сделали суставную разминку, обязательно необходимо поднять пульс. Поэтому делаем бег с высоким подниманием бедра. 30 секунд. Поехали. Замечательно. Мы знаем, что в каждой нашей тренировке обязательно будут колено-доминантные упражнения, то есть у нас будет задействоваться колено, сустав, это тазобедренный, поэтому необходимо дать ему небольшую нагрузку, активировать мышцы. Поэтому следующее упражнение – это будут выпады. Поехали, по 8 повторений, каждой ногой мы делаем выпады. И возвращаемся обратно. Делаем шаг вперед и возвращаемся обратно. Стараемся максимально длинный шаг делать, заодно растянем сгибатели бедра сзади стоящей ноги. Замечательно. Колено стараемся не выносить за носок. Замечательно. Следующее упражнение – это крокодил. Оно необходимо, чтобы задействовать мышцы кора, так как они являются основным нашим элементом в каждой тренировочной программе. Поэтому мы делаем упражнение «Крокодил» по 5 повторений. Поехали, ребята. Шагаем вперед и шагаем обратно. В исходное положение встаем. Раз. Таких у нас 5 повторений. Два. Три. 4, завершающий,
5. Замечательно. Чтобы замечательно разогреться, так же, как было закончено данное упражнение, необходимо сделать 3 круга из данных упражнений. То есть бег с высоким подниманием бедра, выпады по 8 повторений и крокодил. Таких делаем 3 сета. Теперь разминка закончена, и мы переходим к основным упражнениям. И первое упражнение после разминки, которое мы, конечно же, делаем, это отжимание от пола. Называется отжимание спайдермена. Поехали. Принимаем упор лежа. В отличие от обычных отжиманий, когда мы опускаемся вниз, мы подводим одно колено к локтю. Поехали. Опустились, вернулись в исходное положение. Таких мы делаем 12-15 повторений. В отличие от обычных отжиманий, здесь также задействуются еще мышцы кора. После выполнения 3 подходов отжиманий спайдермена мы переходим ко второму упражнению, которое называется австралийские подтягивания. Гриф мы располагаем как можно ниже. Хват чуть шире плеч. Берем. Выводим. Можно ноги согнуть, если делать сложно, согнуть ноги. Еще больше. Вот. Так будет делать легче. И подтягиваемся к солнечному сплетению. И возвращаемся в исходное положение. Вводим максимально сильно лопатки. Основные здесь работающие мышцы – это мышцы спины, широчайшие, ромбовидные и бицепс. Выполняем 3 подхода по максимуму повторений, сколько сможем. В идеале раз 20. Если делать 20 раз легко, можно опустить еще ниже перекладины. Отдыхаем. Когда делать обычные выпады надоело и неинтересно, а также легко, мы для вас придумали интересную вариацию с тем же самым рюкзаком, который был в предыдущей программе. Выпады с ротацией корпуса. Берем рюкзак, становимся ноги на ширине таза, делаем выпад назад и в сторону опорной ноги мы вращаем корпус. Поехали. Возвращаемся в исходное положение. Выполняем 3 подхода по 12 повторений. Здесь работают мышцы нижних конечностей, квадрицепс, задняя поверхность бедра и ягодицы, а также очень сильно задействуются мышцы кора. Замечательно. Отдыхаем. И мы продолжаем тренировать наш плечевой пояс. И следующее упражнение – отжимание на брусьях. Принимаем исходное положение на брусьях. При выполнении данного упражнения мы будем делать акцент на трицепс, поэтому мы будем двигать локти вдоль корпуса. И поехали, опускаемся вниз, локти уходят назад и поднимаемся вверх. Стараемся делать полную амплитуду движения, максимально глубоко опускаемся, максимально высоко поднимаемся. Делаем 4 подхода по максимуму повторений. Максимум обычно раз 20-25 повторений. Если делать 20 повторений легко, можно сделать медленно. На 3 секунды опускаемся вниз и на 3 секунды поднимаемся вверх. Замечательно, отдыхаем. Следующее наше упражнение – это отведение плеча с гантелями стоя. Берем 2 гантели, руки по швам, локти немного согнуты. Отводим руки через стороны до горизонта. Плавно опускаем. По ощущениям вы должны чувствовать, что вы поднимаете локти, а не гантели. Все внимание на дельтовидные мышцы плеча. Если вы чувствуете трапециевидные, значит вы поднимаете гантели, а не локти. Почувствуйте, что вы поднимаете именно локти к потолку. Локти чуть выше. Замечательно. Выполняем 3 подхода по 15 повторений. Хорошо. Все хотят иметь большие руки, но не всегда есть штанга под рукой. Поэтому мы берем с собой рюкзак и делаем подъем на бицепс с рюкзаком. Становимся ноги чуть шире плеч, берем рюкзак нейтральным хватом, локти чуть-чуть согнуты и поехали. Поднимаем рюкзак и плавно опускаем. Стараемся локти оставлять без движения, чтобы не было запрокидывания рюкзака в данном случае к шее. Выполняем 4 подхода по 10 повторений.
Завершающее упражнение данного тренировочного дня у нас обратные скручивания. Ложимся на спину. Руки вдоль туловища. Ноги чуть-чуть согнуты. Выпрямил и чуть-чуть согнул. Да. И поехали. Опускаем ноги вниз сначала. Да. Пяткой легко коснулись. И поднимаем ноги вверх, так, чтобы таз немножко подкрутился. Возвращаем в исходное положение. Легко коснулись и обратно. Скручивание. Да. Выполняем 3 подхода по 15 повторений. Отлично, закончили. Вот и закончилась наша вторая силовая тренировка. Не забывайте делать заминку после каждой тренировки. А с вами был Кременцов Аркадий и Никита.